Всем привет! Вы на канале Рецепты Вредины. Сегодня у меня нашелся вот такой набор продуктов. Я решил сделать закусочные рулетики из лаваша. У меня вот такой он разноцветный. Розовенький, зелененький и какой-то серенький. Отварил я картошку, морковку, нашел два помидора и сметану. Сейчас что-нибудь сварганим. Ну все, приступаем. Итак, нарезаем мелко отварную морковку. Можно сделать это на терке, натереть ее. Кому как нравится. Мне больше нравится, когда овощи нарезаны. Так, морковку мы нарезали. Теперь нарезаем картофель отварной. Тоже небольшими кубиками. И точно так же можно натереть ее на терке. На мелкой, на крупной, на средней. Кому как нравится. Я говорю, мне нравится все нарезать. Так, картошка готова. Ну, тут на терке не получится, поэтому просто мелко нарезаем помидорку. Все, кое-как у нас получилось ее измельчить. Получится и у вас. Готово. Все это мы смешиваем в какой-то чашке, любой. Добавляем соль по вкусу. Перец. Можете любые ваши любимые специи, приправы, травки. Кому что нравится. Поперчили. Теперь добавляем 2 или 3 ложки сметаны. Хорошенько все перемешиваем. Ну все, наша начинка готова. Можно, конечно, туда еще и зелень добавить. Но у меня вот была морковка, картошка и помидоры. Поэтому, что есть, того и делаем. Так, берем лаваш. Так, первый у нас зеленый попался. Выкладываем на него начинку. Распределяем по всему листу. Сворачиваем в рулет. Так, аккуратненько. Готово. Он уже красивый, зеленый. И все, продолжаем так же. У меня их 3 получится. Зеленый, красный и черный. Вот такой розовенький. Опять-таки выкладываем начинку сверху. Распределяем. Сворачиваем. И серенький. Ну, вообще необычный цвет. Все, готово. Оставим минут на 10-15. Пускай пропитается маленько. Все. Пойдем посидим. Далее нарежем на кусочки. Все, лишние края, вот эти пустые, мы убираем. Надо острый ножик иметь в хозяйстве. У меня вроде острый, но будем пробовать. Ну ничего, отлично нарезается. Все, нарезаем вот на такие рулетики шириной сантиметра 3-4. Готово. Смотрите, какая красота. На терке так бы не выглядело, если бы на терке. А нарезанные прям красиво выглядит. Все, продолжаем так же. Нарезаем остальные. Что, попробуем? Попробовали. Ничего, пойдет за кусом. Все, дальше нарезаем. И все, у нас готово. Черный мне вообще нравится. Вообще такой необычный. Для Хэллоуина подойдет. Ну все, закуска готова, друзья. Сейчас мы красиво украсим, подадим на стол. А вы в это время готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик.
потому что скоро будет новое видео, чтобы вам его не пропустить. Такая вот красота у нас вообще. Ну, красотуля же. Все, пошли мы все это дело употреблять. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.